пожаловать боец из Республики Дагестан. Дамы и господа, встречайте Расул Эшифа! Слушаем Александра Загорского. Ему 30 лет, рост 179 сантиметров, вес 75 килограммов ровно. Профессиональный рекорд. 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Мастер спорта России по кикбоксингу. Бронзовый призер Кубка России по кикбоксингу, представляющий бойцовский клуб «Перкур» из Красного Ислам Байпалатына. Оглашал и представлял Александр Загорский, но вот и второго бойца, это Расул Эшифов из Дагестана, из города Махачкалы. Мы сейчас его также увидим. 5 килограмм. Российский боец, представитель чеченского клуба «Беркут», бронзовый призер Кубка России, мастер спорта страны по кикбоксу. Причем призер этого года. Да, и, кстати, опять же, благодарю Вадима Украинцева за предоставленную информацию. Его последнего поединка среди профессионалов он одержал победу в Анапе нокаутом над голландцем. Первый нокдаун был в первом раунде, и два нокдауна было во втором, техническим нокаутом. Остановили тот поединок. Голландца звали Нандо Ван Руэл. Вот Ислам отметился такой серьезной победой, знаковой. И мы его с этим, естественно, поздравляем. Но это было в прошлом. А вот сейчас, в настоящем, мы видим поединок с очень серьезным оппонентом из Дагестана, Эшифовым Расулом. Оба интересные мальчишки. И мне кажется, они уже встречались в этом году на чемпионате России. Да, и сразу скажу, опять же, дополнив, что этот поединок тоже является реваншем. И Вадим Украинцев точен. И уже напомню, этот бой реванш четвертый. А в целом за сегодняшний файткарт мы увидим 7 матчей реваншев. Можете представить, дорогие друзья, как серьезно занялись матчмейкингом организаторы. Это, конечно, Ираги Гитаев и Муса Шихабов. Большие молодцы, супер бои с интригой. Естественно, все это в соорганизации с Федерацией кикбокса России. Вы, кстати, их поединок помните на Кубке России, Вадим? Да, конечно. Ислам одержал победу, Расул проиграл. Ну, сейчас посмотрите, вот сейчас он с первого раунда Расул-то и взял в свои руки инициативу. Пока у нас Ислам по канатикам трется. Но посмотрим, еще впереди два раунда, может быть, так присматривается пока. Скажу, что Расул Эшифов, его профессиональный рекорд 6 побед, 2 поражения. 108 сантиметров, его рост уже очень высокий спортсмен, 27 лет ему и 75 килограммов, тот самый весовой дивизион, который представляют оба бойца. Также представитель, естественно, России, Республика Дагестан. Он является призером Кубка мира и также призером Кубка России по кикбоксу. Еще пока официальное звание мастера спорта страны не получил. Но вот он сейчас имеет возможность реваншировать после поражения от Ислама на Кубке. Ну, хорошо, как с дистанции Ислам по туловищу левый такой показал ложный, и правый по туловищу здорово нацелил. И провел этот удар точно. Не-не, молодцы, молодцы. Вот единственное, конечно, прихватывает ногу оба. Кстати, очень нередко мы с вами видим вот этот прихват ноги. Мы знаем, что по правилам K1, Федерации бокса России и вообще в целом ваковской организации это все запрещено. А прихват ноги из тайского бокса – это техническое действие. Коленом и в область туловища, в область головы, поэтому
Здесь и бэкфест, возможно, сразу же под подхват, и удар под опорную ногу, там куча вариантов. Много действий, да, очень много. Прихватил ногу, столько можно творить. Но вот сейчас немножко все поменялось. Сейчас Ислам начинает поджимать. Вот хорошо под ногу. Под дальнюю ногу, причем не у всех получается. Да, это редкий такой технический прием, именно исполнить качественный лоу-кик с дальней дистанции. Под дальнюю опорную ногу очень непросто. Посмотрите, в левшу сейчас становится Ислам. И через туловище на голову переводит, жестко работает. И колено прыжковое опять. Ислам такой в хорошем духе боев по плану К1 работает. Ну еще бы, тем более последний его, заключительный его поединок был, именно одержал победу над голландцем. Мне кажется, это его вдохновило. На сегодня все же говорят очень много про голландцев. Да, центр профессионального К1 мирового. Но кстати, я с этим не соглашусь, Вадим? Капельки не соглашусь. Потому что у голландцев только развивается профессиональный, а в профессиональном, к сожалению, вызываю кого хочу, веду кого хочу. А у нас ребятки-то все прошли, опытные. Да, к большому сожалению, сборная Голландии ВАКа не участвует, только за исключением лайт-контакта и сэмми-контакта, насколько я знаю. Да, да. Нет, они вообще в ринговых не участвуют, хотя сборная Голландии приезжает, но... Кстати, мы все, наверное, с сожалением это воспринимаем, потому что хотелось бы еще более конкурентных поединков. Максим, хочу сказать следующее. Там сербы, будь здоров, машины. Да, конечно. Белорусы, будь здоров. Марокканцы, будь здоров. И там голландцы-то еще будет большой знак вопроса. Доберутся они до третьего места. Азербайджан, Украина, Россия, Сербия. Это вот я вам называю доминирующие. Да, там есть и кому посоревноваться. Это уж может быть, еще и прикурят прямо в первых же боях. Да, вот видите, вот еще раз мы слышим мнение профессионал, человек, который работает в этом всю жизнь, что не так все на самом деле красиво и ярко у голландцев обстоят дела, чем некоторые думают, потому что скользко на стиле ринга, вот это будет мешать, конечно, исполнению технических действий. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, как он эту ситуацию доведет до конца. То есть попал увидел, очень хорошо, да, с передней руки справа. Что, да, он увидел, что попал, вот сейчас приближается. Справа по туловищу, как жестко сейчас действовал классно наш российский Ислам Байбатер. Про Ислама хотел бы сказать следующее. Вы знаете, классный. Прибавляет, с каждым боем прибавляет. Я помню его первые бои. Вот опять, как вам кажется, Вадим, вот настил, там вода, если появляется, все, есть же такие. Это труба, это все. Как на льду. И они вот и падают поэтому. Да, вот. И колено прыжково здорово. Посмотрите, сейчас подсказываются на ровном месте, на самом деле, парни. Это сложно, конечно, и сейчас здесь... Ивента до начала. Если вы хотите хороших боев, то должно быть хорошее покрытие. Но да. Хотя молодцы. Левый снизу сдвоенный, классно, конечно, делают. Смотрите, что делает Умар. Ислам, извиняюсь, Байбатыров. Классно, конечно, и правой рукой работает снизу, в правше, когда, извиняюсь, в левше, когда он становится. И также в правше он работает левой снизу, с передней руки. У него так очень интересно. Здорово. Он, сейчас попадание было. Умеет стоечки менять. Очень эффектно и эффективно работает в двух стойках Ислам Байбатыров. Вот сейчас Денис делает замечание спортсмена. Второй раз выплевывает капу, либо от удара выпадает. Но уже можно делать официальное предупреждение. Но Денис пока жалеет Расула.
Потому что если капа выпадает, не от удара просто выпадает, то, конечно, за это уже можно делать предупреждение. Но, может быть, от удара выпал, все, да. Все время подсказываются, к сожалению. Это уже плохо. Да, и в начале атаки своей мы видим, Ислам Байбатыров тоже подсказывается. И этот момент сейчас несколько раз проследил. Вот сейчас мы видим, как он у нас скользит. И это, конечно, очень сложно. С отсутствием опоры на ногах мы знаем, что невозможно ударить качественно, жестко. И удар-то, естественно, теряет свою силу и мощь. Тоже доказано. И даже в этих условиях делает Ислам Байбатыров вертушечку по туловищу, здорово закручивает. И сейчас отрабатывает лоу-киками и рукой выходит. Ну, молодцы, среднюю дистанцию держат. Ближнюю среднюю дистанцию. Ну, скорее всего, средняя дистанция больше на средней дистанции. Да, средний. И тип сейчас какой классный. Фронт-кик с правой ноги. Точные стороны Ислам Байбатыров в область туловища. Выпускает Расул Эшивов. Впоследствии уже после этого пропущенного фронт-кика по туловищу уже было попадание в область паха. Но оно было, насколько мы все видели, это такое хаотичное, случайное попадание. Да, да, поэтому и не следует никаких замечаний, предупреждений. Просто подсказывает повыше ногой. О, справа попадает. Да, Ислам Байбатыров. Еще раз туда же, дважды. Ну, прекрасно он. Прям сейчас потряс. Удара. Потряс. Да. Он, конечно, Расула Эшивова. Это объективно. Причем туда запустил один удар. После этого еще второй, третий. Хорошая и точное попадание. Классно. Очень хорошая комбинация. Самое интересное, после ноги сразу же рука пошла. Прекрасно. И она достала цели. Действительно, очень яркий боец. Вадим, вы правы, этот человек растет на глазах. Я видел его поединки еще до его именно боев уже ярких с Анапы начиная. Конечно, этот парень растет. Молодец, этажи меняет. Посмотрите, с головы на корпус, с корпуса на голову. 30 лет, напомню, дорогие друзья, этому уже очень опытному парню. И он все еще совершенствуется. Он продолжает расти. Даже сейчас, по-моему, через перчатку болтанул. Да. Расула. Ну, Расул молодец, не сдается, не отдает бой. Мне очень нравится вот это разнообразие, конечно, то, что демонстрирует для нас Ислам Байбатыров. Ислам прибавил, очень прибавил. Просто, видите, да. Во-первых, вы правы, Вадим, по всем этажам работает Ислам. В двух стойках работает равнозначно, бьет жестко с рук, с ног. Колено туда также может отправить. Очень интересный парень. Еще и функционально дышит, да, хорошо. Да, вот сейчас хорошо через руку. И хочу сказать-то, он в ринге-то появился, скажем так, уже возрастным спортсменом, не молодым парнем. Ну вот, бой закончился. Тут, ну, да, любопытно, что у его базовой школы было. Бокс, наверное, точно там был. Так, в сборной России. Единогласным решением судей победу одержал боец из синего угла. Да, конечно же, здесь других вариантов быть не может. Ислам Байбатыров не дает возможности Расулу Эшивову взять реванш.